Анонс 1 по 9 серии сериала «Страх над Невой» в первой серии. Идет 1967 год в Ленинграде. Происходит череда убийств. Маньяк по ночам насилует и душит женщин, оставляя над телами жертв, нарисованные углем. Странные символы. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, который 2 года назад расследовал преступление, совершаемое языческой сектой в Карелии, и чуть было сам не стал их жертвой. Во второй серии напарнике Чубину достается капитан милиции Федоров. Чубин и Федоров отрабатывают разные версии. Параллельно каждый из них пытается наладить личную жизнь. В третьей серии напарники выясняют, что найденный на местах преступлений символ – это знак Чернобога, темного языческого божества. Убивает Наину, девушку, которая занималась сыном Чубина Пашей. В четвертой серии Чубин предполагает, что убийца мог узнать про Чернобога из книг, а не с Федоровым. Находит информацию о возможном подозреваемом, который активно интересовался языческой мифологией. В пятой серии Чубин с Федоровым выходит на возможного подозреваемого, который живет за городом. В его землянке находят целый арсенал оружия и фашистскую атрибутику. При задержании тот оказывает сопротивление и погибает. В шестой серии подозреваемый Данильченко, умственно отсталый парень, проваливает следственный эксперимент. Но это не останавливает Сгибнева. Он прилагает все усилия, чтобы Данильченко призвали виновным. В седьмой серии Чубин выходит на профессора Завадского, который вел раскопки, получил травму и умер в больнице. Врач больницы сообщает, что в палате профессора лежал Василий Филиппов, поклонник его идей. В восьмой серии тело находят в старом профессорском доме, полностью изрисованным знаками Чернобога. В это же время приходит сообщение, что невиновный Данильченко расстрелян. В девятой серии, кроме этого, сыщики выясняют, что у маньяка, пытавшегося оживить умершего профессора, был сообщник, допрашивая пойманного убийцу. Чубин понимает, что они опять взяли не того, а настоящий маньяк – это человек, напрямую связанный с его прошлым. Посмотреть с 1 по 9 серии вы сможете уже с 19 по 22 февраля на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.